Мы рады приветствовать всех поклонников большого футбола. Мы — это ваши комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень любопытный матч нас ожидает. И смотреть мы его будем, разумеется, в прямом эфире. И смотрим на состав ЦСКА. Все внимание на фланге. Да, здесь два скоростных игрока, которые приняли... Бей и выводи команду вперед! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. У нас центральный матч тура, в котором сошлись два лидера чемпионата. Команды соседствуют друг с другом в турнирной таблице, и нас ждет очень и очень интересная игра. У сегодняшних хозяев лучшая защита в лиге. И очень скоро мы увидим ее в действии. Посмотрим, так сказать, как надо играть в обороне. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы — это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Шикарный момент! И он забивает! Просто изумительная получилась комбинация. И выход один на один прекрасен. Как же здорово они вывели его один на один. Вся комбинация очень хороша. Да, после такой многоходовки уже нельзя было не забивать. Партнеры бы его просто не поняли. Ну и защита, конечно, тут сыграла не лучшим образом. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Теперь в атаке соперник. Аларкон Суарес. Роналду ведет за собой команду в атаку. Мельгаре. Глушаков. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Винси Промис. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Игроку ЦСКА можно постараться создать что-то опасное с этого вброса мяча из-за боковой. Мяч перешел к другой команде. Это может быть опасно. Момент! Забивай! Санчес. Тут вратарь надежно сыграл. Пришлось прыгнуть, но мяч забрал. Денис Глушаков. На пару решили разыграть эту комбинацию. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Это может быть опасно. Обостряющий пас. Будет момент. И это должен быть гол. Криштиану Роналду вколачивает мяч в ворота. Да, хороший гол в его исполнении. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Бакетти. Андре Хан. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Посмотрим за этой атакой. Можно играть дальше, считает арбитр. Попов. Защита справляется. Армейцы атакуют. Эвелин Попов. Мельгары. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Винси Промис. Лоренцо Мельгары. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Отлично сыграно. Надо решать. Денис Глушаков. Да, через такую защиту непросто будет прорваться. Голкипер сыграл так, как и должен был. Вышел и легко забрал мяч.
Свисток наперед. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Ищут они разные варианты для атаки. Эвелин Попов владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Лушаков! Гол! Мяч в сетке! Очень здорово разыграли мяч, и великолепная подача с фланга обернулась забитым голом. Ну что, интрига у нас в матче обострилась. Команда, которая недавно уступала очень серьезно, теперь почти вплотную подобралась к лидеру. Да, получается так, что догоняющему чуть-чуть легче. Счет 2-1. Это может быть опасная атака. И удар должен последовать. Надо забивать, и гол! Смотрите, как он буквально постелил мяч по газону. Никакой растяжки вратарю тут не хватило бы. И совершенно не обязательно, как мы видим, бить изо всей силы. Действительно, главное сохранять хладнокровие и рассудительность. В итоге мы это и увидели в этом моменте. Все верно, пора сместить акцент атаки. Не получилось. Хотел он сместить акцент атаки, но соперник перехватил мяч. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Хорошая игра головой, мяч остается у них. В это невозможно поверить, но Караско переходит в Баварию из Атлетико Мадрид. Да, переход подтвержден, и уже совсем скоро мы сможем увидеть этого игрока на поле. Отлично задумано, отлично исполнено. 5 баллов. Момент для удара. И снова он. Очередной отбор за сегодня. Так держать. Роналду. Один защитник отыгран. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Игроку ЦСКА можно постараться создать что-то опасное с этого вброса мяча из-за боковой. Иско. Терпеливо ждут они своего шанса. Опасно! Вот как надо играть в защите. Евгений Макеев. Это может быть опасно. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Роналду. И это шанс забить. Мог сейчас... Вот это спасение. Да, слезает мяч в свою... Ворота игрок. И, к сожалению, одних при радости других, это автогол. Да, на тренере просто нет лица. Он, конечно, не ожидал такой подставы. Забить мяч в свои ворота, это, конечно, всегда неприятно. Много еще играть. 10 минут. Дмитрий Камбан. И скоро на поле появится новый игрок. Замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. И есть поддержка у этой атаки. Забивать можно. В офсайде игрок, по мнению судей. Ничего себе. Тут защита справляется с потерей мяча. Тут может что-то получиться. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку.
Можно подвести краткий итог матча. Сегодняшняя игра проходила с колоссальным преимуществом одной из команд. 2 минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Потерял он мяч, но кому он достанется? Это может быть опасная атака. Он накручивает соперника. Он бьет. Семен. Все, звучит свисток арбитра. Победа ЦСКА.